Риджитал записать небольшое видео, как восстановить работу Plex сервера на Shield после апдейта до версии 9. Для начала удаляем Plex само приложение. Первоначально сначала очистим данные. И теперь удалим само приложение. Идем во все приложения. Идем в системное приложение. Находим Plex сервер. Делаем то же самое. Очищаем данные. Останавливаем. Удаляем. Перегружаем. На всякий пожарный. У меня сейчас стоит просто Shield Experience 9 без фикса. Так, загрузились. Так, вот он увидел флешку. Отменим установку патча фикса. Итак, заходим в Play Store. И находим Plex. Нам нужно установить как Plex приложение, так и Plex сервер. Ставим приложение. Ставим медиа сервер. Заходим в приложение. Входим. Здесь Hello. Next. Явно, что первый запуск и проблемы, что он так долго запускается, связаны с недостаточностью прав на доступ к файлам. Давайте прервем его и поможем. Что для этого нужно? Заходим в настройки. Apps. Plex. Смотрим. Permission. Видите, написано Don't Allow. То есть запрещено. Ставим для приложения. Разрешено, когда используется. Вот эту штуку на всякий пожарный уберем. Как я понял, принцип ее, что через какое-то время, несколько месяцев, если приложение не запускалось, он просто удаляет права для этого приложения. Далее идем все приложения. Системное. Медиасервер. И делаем то же самое. Так, здесь удаляем. И здесь ставим не allow only, а allow all the time. Подтверждаем. Выходим. И еще раз заходим, потому что у меня, например, с первого раза почему-то он не давал. Так, все есть. Теперь, наверное, остановим. Здесь тоже остановим. Запустим процесс настройки заново. Далее еще раз заходим в приложение. И пытаемся его еще раз настроить. По идее, сейчас должно быть быстрее весь процесс. Setup complete. Нажимаем finish. Теперь пробуем зайти на сервер с
другого устройства. Итак, подключаемся к IP-серверу, к IP-адресу, где расположен Shield, по порту 32400. Заходим и пытаемся его настроить. И добавляем библиотеку. Фильмы. И вот наша флешечка. Ну, у меня флешка, у вас будет жесткий диск, соответственно. Соответственно, если сейчас все хорошо, то он сейчас просканирует все. И все должно увидеться. Так, вот я поставил Plex. Приложение. Сейчас я авторизуюсь. Так. И смотрим. Вот мои видео, на которые находятся на флешке. Проигрываем их. Замечательно играет. На этом все.